Здравствуйте, ребята! С наступающим вас Новым годом! Я решил встретить этот чудесный праздник вместе с вами, своими друзьями! Накануне главного зимнего праздника Нового года сотрудники Следственного управления по Хабаровскому краю вместе с кадетами навестили воспитанников двух отделений подшефного дома ребенка, которые расположены в железнодорожном и индустриальном районах Хабаровска. Специально для малышей кадеты приготовили новогоднюю сказку. Сами написали сценарий, распределили роли и, переодевшись в костюмы лесных животных, Деда Мороза, Снегурочки, погрузили зрителей в волшебный мир. Эта идея у нас планировалась очень давно. Мы хотели устроить им настоящий праздник, чтобы они порадовались, увидели настоящего Деда Мороза и Снегурочку, улыбнулись, получили улыбку в ответ и хорошо справили Новый год. В настоящее время в доме ребенка проживает 106 малышей в возрасте от 1 месяца до 4 лет, которых по тем или иным причинам оставили родители. Сотрудники следственного управления на личные средства постоянно приобретают игрушки, спортивный инвентарь, бытовую технику и многое другое, в чем нуждаются мальчики и девочки. Помимо этого, регулярно устраивают для воспитанников дома ребенка интересные экскурсии. Посещают зоосад, парк аттракционов, игровые городки. Новый год – это добрый, светлый семейный праздник. Следственный комитет – это большая семья. С домом ребенка мы вместе вот уже 10 лет. Поэтому с кадетами мы сегодня здесь. С искренними добрыми пожеланиями и подарками. Специально для гостей сотрудники дома ребенка провели экскурсии по отделениям. Они поиграли с малышами в группах, подарили свое внимание и любовь. Такое общение важно не только воспитанникам учреждения, но и следователям, кадетам. Ведь оно рождает в душе самые светлые человеческие чувства. Предновогодние встречи и сказочные представления так понравились детям, что они еще долго не отпускали гостей, просили продолжения веселья и танцев.